Телеканал «Дождь» и издательство «Альпина Паблишер» представляют Animal Books. Занимательная зоология со звездами. Я очень люблю ежиков. Во-первых, потому что они любят спать. Это нас с ними сильно сближает. Ежики спят целый день и выходят на охоту ночью. Примерно как я. Сплю целый день, хотя что-то все время делаю в это время, а затем уже сплю ночью. Кроме того, ежики очень смелые, они бесстрашные. Они не боятся ни змей, ни лягушек, ни пауков. В крайнем случае они их просто съедают или аккуратно обходят стороной. И, наконец, ежика трудно съесть. Самого его особенно не сжуешь. Иголки довольно сильно колятся. И мне это тоже в нем нравится. Поэтому я и написала сказку про ежика. По сути, это сказка. Посвящается она моей дочке Жене. Ей сейчас 7 лет.